В настоящее время на 100% готовы к отопительному сезону 517 домов. Это 40% от всего многоэтажного жилого фонда в Павлодаре. В целом, в большинстве жилых домов уже проведены подготовительные работы к началу отопительного сезона. По социальным объектам также идет интенсивная подготовительная работа. На данный момент к приему тепла готовы 55 детских садов, 22 школы, 42 учебных заведения и 28 лечебных учреждений. Однако тормозит процесс подготовки к отопительному сезону жители частных домов. Из 4904 готовы всего лишь 70 домов или 1,4%. Ситуация с юридическими лицами лучше, но не намного. Акты готовности получили 180 субъектов или 8,4%. Тепловики совместно с акиматом города и жилищной инспекцией на постоянной основе публикуют на сайтах и в социальных сетях списки домов, которые на данный момент не готовы на 100%. Далее госслужащие будут проводить разъяснительные работы с представителями обслуживающих организаций и населением о необходимости качественной подготовки домов к осенне-зимнему периоду. Ермек Сапаров, Жанастау Серикбол, Адельхан Муталяпов, Ертыс Ахпарат.